Еще одно стихотворение 91-го года. Оно тоже появилось с одной строчки, которую я прочитала в Библии. Книга называется «Книга Иисуса, сына Сирахова». И строка была, которая меня поразила, не знаю почему. «Бог движет светилами небесными, а люди что? Земля и пепел». И вот с этой строки родилось такое стихотворение. «Научусь спокойно смотреть на небо, под дубу в трубу заживу не целясь, на Иола взов, словно рыба в небо, поплыву неспешно под звездный шелест. То полночный бред, спелый яд гордыни, но качнется в небо зрачок звериный, так мечты пустые влекут поныне. В Серафима ли, в ласточке, все едино. Что вы вьетесь, ангелы, да свистите, отыскать бы птичий ваш след над бездной, где звезда крылатых звенит в зените, это жизнь над жизнью, град небесный. Колоколенка горлица кликом хлынет, хохотнет и дрогнет не птичьим веком. Здесь державный ветер сечет полыни, да верблюжий люд, что живет под снегом. Век твой меньше свиста и дня короче, и дела во мгле и в огне недолги. Как пришло на ум пепел черной ночи, мерить путь светил на своей двухолке. По ветрам до смерти ищи иного, неподобие Божье, но прах от праха. И увидишь свет, и услышишь слово, и на землю сможешь взглянуть без страха».